Продолжаем. Дорожная тема. Уже этой осенью на дорогах Твери установят 10 новых камер фото-видеофиксации правил дорожного движения. На это городские власти планируют потратить 46 миллионов 800 тысяч рублей. В большинстве своем новые камеры появятся на тех улицах, где в рамках масштабного ремонта дорог этим летом поменяли асфальт. На набережной Афанасия Никитина, у дома номер 36, на улицах Туполева, Маршала Конева, Советской, на перекрестке улиц Благоева и бульвара Шмидта, пересечении улицы Бебеля и Дмитрия Донского, бульваре Профсоюзов, проспектах Ленина и Калинина, а также Победы.